Андрей, а теперь вопрос, который ты задавал, как сделать кнопки по сортировке памяти, да, на одной карточке товара. Вот как здесь, на сайте кактуса. Здесь идет серия X, X, XS Max, XS Max 27 и так далее. И также самая сортировка по памяти на одной карточке товара. 64, 256 и 512. Я добавил атрибут память, двоеточие, вот. Сюда я добавил сортировку по объему памяти 256, 512 и так далее. Что мы делаем с товаром, чтобы отображалась у нас вариация по объему памяти? Мы заходим в атрибуты. Я беру товар, который я создавал черновик, показывал тебе, как делать вариацию по цвету. Я захожу в атрибуты, добавляю атрибут память, двоеточие, который идет специально для вариации я сделал. Здесь мы выбираем 64, 128, использовать для вариации. Сохраняем. Теперь заходим в вариации. У нас получается идет два цвета и два объема памяти. И, соответственно, у нас идет 4 товара. Можно сделать 3, в зависимости, какого цвета нету. Значение форм по умолчанию. Серебряный и 128, к примеру. Добавляем еще две вариации. Серебряный 128, серебряный 64. Серый 128, серый 64. Серебряный, серый, серебряный 128, серый 128, серый 64, серебряный 64. Сохраняем, добавляем каждой из вариаций по цвету. Ну, я выборочно добавлю. Для примера, по цвету, цену и, соответственно, артикул. Дальше добавили фотографию, другую, артикул, цену. Добавили фотографию, артикул, цену. Сохраняем изменения. Обновляем. И смотрим, что получилось. Значит, мы теперь здесь можем выбирать по цвету, серебряный, серый, и по объему памяти, 64 и 128. Фотки я рендом поставил любые. А теперь можно добавить, как на сайте кактуса, серии, да, XS, XS Max и XS Max SIM. Соответственно, мы заходим в атрибуты. Добавляем новую группу атрибутов. Имя. Как там будет? Серия называться. Серия двоеточие. Серия двоеточие. Slug series. Тип. Обязательно button, кнопка. Произвольный порядок. Добавить. Установить правила. И сюда фигачим то, что нам надо. XS
XS. Добавить. Дальше XS Max. Добавить. XX Max 2.7. Добавить. Все. Эти атрибуты сохранены. Теперь можно к этому же товару и добавить серию. Кнопку с изменением. Сначала добавляем атрибуты, которые будут отображаться у нас в разделе «Вариации». Атрибуты, серия, добавить, использовать для вариации. И выбираем XS, XS Max, ну, соответственно, что у тебя есть в наличии. Сохраним, заходим в вариации. Уже у нас тут 3, да, 3×3, 9 будет. Если у тебя есть все в наличии, все цвета, то будет всего 9 вариаций. Серия по умолчанию XS, да, и добавляем еще 3 вариации, по 3 серии, 2, 3. Серебряный, серый, пускай будет серый, 128, 64, 64. XS, XS Max, XS Max 2.7. Сохраняем, обновляем. Вот, у нас теперь три кнопки получается. Сортировка по цвету, по памяти и по серии. Да, выборочно. Вот, если что-то непонятно, ты пиши, звони, я тебе на все вопросы отвечу. Спасибо за просмотр, пока.